Здравствуйте, меня зовут Марк Фрейдкин. Мы поговорим о плагиате и заимствованиях в советской песне. Самый вопиющий случай заимствования советской песни произошел в 1964 году, когда Бьорн Ульвеус за 6 лет до создания своей знаменитой группы «Абба» в составе своей тогдашней группы «Хутенене Сингерс» написал непритязательную любовную песенку «Габриэль». Причем автором песни значился он сам. Эта песня имела необыкновенный успех, она вошла во все европейские хит-парады и была записана едва ли не на всех европейских языках. Давайте послушаем. To do. There is a world out there waiting. I'll bring the world right back to you, for you're the whole world to me. Gabrielle, I sure love you, sure as heaven's above you. Думаю, не нужно ставить советский оригинал. Любой житель Российской Федерации старше 30 лет сразу же узнает известную песню Аркадия Островского и Льва Ашанина «Пусть всегда будет солнце», написанную в 1962 году. Тут случай чистейшего плагиата не оставляет ни малейших сомнений. Шведская группа ни единой ноты не погрешила против советского оригинала. Причем, что удивительно, с этой песней наша Тамара Миансарова победила на международном конкурсе в Сопоте, то есть в Европе она была хорошо известна. Но молодых шведов это не остановило. Во многом, я полагаю, потому, что в то время Советский Союз еще не подписал Женевской конвенции об авторских правах. I picture me there by your side, where I will be evermore.